Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует ученик 27-й школы Телушкин Максим. В этом году нашей школе исполняется 40 лет, и она не стоит на месте, а идет в ногу со временем. Сегодня в передаче вы увидите компьютерный класс, где первоклассники вовсю изучают IT-технологии. Школьный музей, в котором каждый ученик может узнать историю нашего города и наших предков. Кабинет психолога, где после тяжелого учебного дня вы можете комфортно провести время. Кабинет логопеда, в котором можно не только поправить свое произношение, но и развить внимание, память, мышление. Также в программе вы сможете увидеть нашего замечательного директора и самого энергичного и жизнерадостного учителя нашей школы. Сейчас в школе меня ждут два наших корреспондента – Никита Шапочкин и Ильяна Савинска. Давайте пройдем внутрь. Привет. О, привет. Привет, Лена. Давай скорее, мы сейчас уже начнем рассказывать о нашей школе. А какая она наша школа? В ней постоянный педагогический коллектив, значит терпеливая. Здесь много улыбающихся лиц, значит счастливая. Здесь всегда рада своим бывшим выпускникам, значит гостеприимная. Здесь готовы помочь каждому ученику, значит добрая. Сюда бывшие ученики приводят детей и внуков, значит любимая. Вот такая она наша школа. Итак, Ленка, пойдем, я покажу тебе историческую часть нашей школы, музей. Давай. А я пойду покажу дистанционный кабинет. Давай. Уникальность нашей школы заключается в том, что у нас есть музей, который формировался на протяжении нескольких лет. Сейчас он является частью музейного объединения нашего города. Итак, давай же познакомимся поближе с ним. Ну, давай. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Вы находитесь в нашем школьном музее «Защитники Вологодского неба». Наш музей был основан в 1985 году под руководством учителя математики Алевтины Тимофеевны Страховой. Пионерский отряд имени Алексея Николаевича Годовикова начал собирать материалы именно по его биографии, так как этот летчик погиб в нашей Вологодской области. И, соответственно, уже там пионерский отряд перешел на поисковую работу по 740-му истребительному авиаполку, в котором, собственно говоря, и служил наш летчик. Наш музей содержит не только экспозиции военных лет, но и стенды, посвященные пионерской организации, точнее, там подробнее в стендах вы о них увидите. Также в нашем музее содержится уголок русской избы, в которой также проводятся различные экскурсии про предметы русского быта и про, в принципе, жизненный уклад того времени. Скажите, как на вас повлияла работа в школьном музее? Благодаря работе в школьном музее я стала более организованной. У меня появились ораторские навыки, которые сейчас очень востребованы, и мне это очень помогает в жизни. От лица Совета школьного музея я присоединяюсь к поздравлениям учителей и поздравляю нашу школу с 40-летием. Пусть она процветает, а в стенах ее школы вырастет еще не одно поколение талантливых и хороших ребят. В нашей школе есть цифровой кабинет. Здесь мы можем изучать информатику и работать на ноутбуках, ставить исследования на микроскопах и датчиках. Это очень интересно. Мы вступили в ЭГОС. Много трудных там вопросов. Очень мы стараемся, с программами справляемся. Но самое внеклассное – занятие внеклассное. Модернизация – модное слово. Раньше не знали мы слова такого. Модернизация в школу пришла. Многое здесь изменила она. Доски теперь у нас интерактивные. К ним отношение у нас позитивное. Пальчиком вводим все по доске. И на уроках нет места тоске. А здесь живет самый жизнерадостный и энергичный человек. Она является гордостью нашей школы. Руфина Павловна, так зовут нашего учителя по биологии, отличный пример того, что возраст в работе не помеха. У нее нет пересечек и жгутиков. Что у нее? Само тельце. Само тельце. Расскажи. Называет ложноножки. Так, реснички. У инфузории туфельки. Ищите, ищите. Курсивом выделено слово. Действительно, я работаю очень много лет, начиная с 18 и по сей день. Так, работа поддерживает мою жизнь, и детям, когда начинаю преподавать биологию, внушаю, что один из главных предметов – это биология.
Почему? Потому что в переводе с латинского «био» обозначает жизнь. И второе, конечно, что поддерживает жизнь – это движение. Поэтому, работая в школе, до какой-то степени я поддерживаю свое движение, общение и некогда задумываться о чем-либо постороннем. Что немножечко настораживает в современном преподавании биологии – это чрезмерное использование электроники. Дети порой находят готовые ответы вместо того, чтобы задуматься иногда самим. И это, к сожалению, не всегда развивает их мышление. Мое пожелание для будущего поколения и для учителей школы – думать о будущем нашей страны, готовить достойную смену наше подрастающее поколение. Раз, два, мы не ели, три, четыре, есть хотим. Открывайте дверь шире, мы в столовую бежим. Столовая – наше любимое место, чистое, светлое, гостеприимное. Здесь жарят и варят, и месяц здесь тесто, чтобы приготовить нам блюдо любимое. Много лет школьной столовой заведует биолог Галина Васильевна. На переменах мы любим прибегать к ней за пышными булочками. Многие дети и завтракают, и обедают в школе. Всем приятного аппетита! У нас обучаются дети, которые не могут добраться до школы самостоятельно, поэтому в нашей школе создан специальный класс. С сентября 2013 года наша школа является ресурсным центром для обучения детей-инвалидов. В рамках реализации мероприятия по направлению «Дистанционное образование детей-инвалидов» национального проекта образования. Поэтому в нашей школе в рамках данного проекта оборудован специальный кабинет, адаптированный для работы учителей с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет оснащен специальным комплектом оборудования – компьютер, сканер, принтер, фотокамера, цифровой микроскоп и другими сопутствующими оборудованием. Дома ученик, который является участником данного проекта, также снабжен всем необходимым оборудованием для обучения. Компьютеры проникли во все сферы деятельности человека, начиная с начального образования и заканчивая изучением новейших технологий, изучением новых видов материи, неизвестных пока человечеству. Компьютерные технологии оказывают положительный эффект в развитии детей при правильном их использовании. Мы заметили, что при грамотном подборе программ у детей лучше развивается логическое мышление, улучшается координация глаз и рук, у ребенка развивается самоуверенность и чувство собственного достоинства. Дети более сосредоточены по сравнению с детьми, которые не имеют опыта пользования компьютером. 40 лет прошло с открытия школы. Очень многое изменилось здесь. Мы сегодня видели, как ребята работают на компьютерах. Ведь информация – это самое главное. Информация о школе, информация о людях, информация обо всем мире. И поэтому в этот прекрасный день я желаю всем добра, успехов и поздравляю школы. И смотрите, что я могу сделать. А раньше разве так можно было? Удачи, счастья всем! А сейчас мы попадаем в сенсорную комнату. Она представляет собой помещение, оборудованное по специальному проекту, где взрослый или ребенок пребывает в комфортной обстановке. Для начала хотелось бы отметить, что проводимые занятия в сенсорной комнате оказывают положительное влияние на весь организм ребенка. Комплексное воздействие на органы чувств и нервную систему создают радостное настроение и ощущение полной безопасности. В нашу сенсорную комнату входит разнообразное оборудование. Сухой бассейн с шариками для проведения активных подвижных игр. Воздушно-пузырьковая колонна, интерактивные панели, различные предметы, способствующие развитию мелкой моторики, мягкие модули, красивый дождик из нитей и многое другое. После занятия в сенсорной комнате вы можете обнаружить, что у вас улучшилось настроение, уменьшилась раздражительность, снизился уровень тревожности и беспокойства, появился позитивный взгляд на мир и вы получили массу положительных эмоций. Это у нас хранилище мудрости, школьная библиотека. Здесь книжки интересные, стоят рядами тесными. Здесь можно укрыться от грусти проблем. Вот книги, они для души и работы. Они всех манят ощущением полета. А вот читатели, дети и взрослые. У них столько вопросов и сложных запросов. А вот душ человеческих, добрый лекарь, хозяйка нашего дома, библиотека. Все она знает, о чем не спроси, всем помогает от чистой души.
Вера Александровна, а почему вам нравится работать в библиотеке? Люблю читать сама. Очень люблю, с раннего детства. Поэтому, наверное, выбрала профессию библиотекаря. Люблю детей, люблю новую информацию. Очень нравится работать с информацией, выдавать им другим, выполнять разные запросы. Желаю нашей школе процветания. Желаю, чтобы в дальнейшем будущем вместо обычной библиотеки был библиотечный информационный центр с компьютерами, планшетами, ридерами у каждого ребенка. Вот, и чтобы учебный процесс, ну, конечно, библиотека помогала в учебном процессе. Спасибо, Вера Александровна. Широко распространено мнение о том, что логопеды только исправляют произношение неправильных звуков. Это не совсем так. Основное направление работы учителя-логопеда в школе – это коррекция нарушений письма и чтения, а также предупреждение этих нарушений. Главной задачей логопедического воздействия является развитие всей речевой системы в целом, а именно расширение и обогащение словарного запаса детей, развитие связной речи, развитие фонематического слуха, развитие артикуляционной и мелкой моторики, обучение навыкам словообразования и словоизменения, развитие речевого дыхания, коррекция произношения и многое другое. Также учитель-логопед на коррекционных занятиях работает над развитием психических процессов, внимания, памяти и мышления. А зачем ты ходишь на занятия к логопеду? Я хожу на занятия логопеда, чтобы правильно произносить слова и читать их и писать. Хорошо, а ты зачем ходишь? Чтобы правильно читать и писать, я думаю, это важно. Здесь на сцене выступаем, праздники проводим в нем, в КВН здесь играем, песни разные поем. Сейчас мы находимся в актовом зале нашей школы, здесь проходят основные мероприятия. Давайте же перенесемся на одно из них. Кто за все в ответе в школе? Кто ругает нас нередко? Кто все держит на контроле? Ну, конечно, наш директор. Но сегодня взглядом светлым и улыбкой вас встречаем, вас со школьным юбилеем, дружным хором поздравляем. Пожелать хотим вам много мудрости и сил душевных. Тяжела ваша дорога, но справляетесь волшебно. Здравствуйте, Лариса Мироновна. Можно задать вам пару вопросов? Да, конечно. Лариса Мироновна, что вы можете пожелать нашей школе? В этом году нашей школе исполняется 40 лет. Для истории это всего лишь миг, а для многих поколений выпускников, ветеранов труда и нынешних учителей это прекрасное, незабываемое событие, которое одарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает новые страницы творческой деятельности. Дорогие учителя, вам подвластно великое чудо – творить человека. Именно вам удается разглядеть в непоседливом первоклашке будущего ученого, талантливого музыканта. В день юбилея хочется пожелать всему коллективу дальнейших успехов, процветания, талантливых учеников, прославляющих нашу школу. От всей души разрешите пожелать вам крепкого здоровья, профессиональных достижений, любви и признания учеников и родителей.
Это все, что мы хотели показать вам сегодня. Я от всей души поздравляю нашу школу с юбилеем. Желаем всем без исключения светлых и радостных побед, великих знаний, чудесного настроения и увлекательных занятий. Я тоже всех поздравляю с юбилеем нашей школы. До новых встреч!